интересную статейку нашел. Как говорится, 61 год, номер 2, журнал «Пчеловодство». Зачитаю вам. Называется так. «Попытка спаривания трутня с рабочей пчелой». Это не наши придумали, нет, нет, не подумайте, что это русские придумали, нет. Это в швейцарском журнале «Швейцарище Бенецентинг» за сентябрь 1960 года опубликована небольшая заметка «Фига» о довольно редком явлении спаривания трутня с рабочей пчелой. Здесь есть и фотографии, я вам покажу, друзья. Эта необычная пара была найдена одним пчеловодом на прилетной доске безматочной пчелиной семьи. Правда, попытка спаривания в данном случае явно не удалась. Вывернувшийся совокупительный орган трутня проник в тело пчелы между четвертым и пятым спинным тергитами. Это хорошо видно на помещаемых здесь фотоснимках. Видимо, это произошло с довольно большой силой, так как четвертый спиной тергит отогнут в сторону. В этой щели зажат конец шлейфа трутня с обоими характерными хитиновыми рожками. К сожалению, ввиду наступившего высыхания и большой ломкости объекта, невозможно было определить, была ли повреждена тонкая межсегментная мембрана и излилась ли сперма внутрь тела рабочей пчелы или нет. В случае спаривания трутня с рабочей пчелой наблюдались всего несколько раз. Это не первый случай. Подобные аномалии вызывали среди биологов споры о том, способны ли рабочие пчелы, имеющие рутиментарные органы размножения, к совокуплению. Возможно, некоторые склонны считать подобные случаи спаривания трутня с рабочей пчелой извращением инстинкта размножения. Однако следует учитывать, что поведение пчел, как и других насекомых, во время спаривания, зависящее от некоторых внутренних условий и определенных внешних раздражителей, не являются так и упорядоченными, как это обычно принято считать. Ф. Рутнер на основании проведенных им наблюдений за спариванием маток и трутней пришел к выводу, что наиболее сильно трутня привлекает раздражающее движение – и только потом уже раздражающие запахи. В первый летный день после длительного периода плохой погоды трутни реагировали на такие раздражители, на которых они в обычных условиях не обращали внимания. Они преследовали не только рабочих пчел, пытаясь совершить акт совокупления, но и роились вокруг других насекомых, таких, например, они окружали каждую пролетавшую мимо бабочку капустницу. И даже вокруг ласточек кружились целые рои трутней. Итак, уважаемые, сейчас я вам попробую показать эту статейку, вернее фотографии. Вот, пожалуйста, обратите внимание, вот это трутень, а вот это пчела. Естественно, оно сверху попало между сегментами пчелы. Вот тут вот показано. Вот. Как, ну, вот такой вот. Весьма хорошая фотография. А это вот тут укрепленная фотография. Снизу вот это вот показан трутень. Вот это, естественно, место отхода для пчелы. А это он попал весь в середину куда-то. Вот такая вот ситуация произошла. Итак, друзья, читаем следующую статью, не будем задерживаться. Это называется статья так. Простой способ борьбы с трутовочной семьей. Как исправить семью с пчелами? Трутовками опубликовано в пчеловодной литературе большое количество статей, и все же пчеловоды не перестают искать новые способы. Не скрою этой болезнью, однажды заболел я, тщательно пытаясь исправить неблагополучную семью путем подсадки к ней молодых маток, прививки зрелых маточников, дачи молодых личинок для закладки маточников. Я решил попробовать стряхнуть пчел этой семьи перед ульем на сходни и в это время подпустить к ним молодую матку. Прежде всего я изъял все рамки с горбатым расплодом и яйцами, предварительно стряхнул с них пчел в переносной ящик. В этом же ящике поместил оставшиеся ульи рамки с кормом и пчелами. Вечером после захода солнца поставил к улью сходни и поочередно с каждой рамки отряхивал на них пчел.
Вначале пчелы упорно отказывались заходить в улей, расползались по сходням, высоко приподнимая брюшко, издавали своеобразный разноголосный гул. После стряхивания пчел со второй рамки я выпустил на сходни неплодную матку. Ну, естественно, эта матка не была в этой семье. Это, видать, снуклился. Картина поведения пчел резко изменилась. Матка, подталкиваемая пчелами, сразу же побежала к литку. Затем улей, за ней устремились и все пчелы. Утром следующего дня литок этого улья я сократил, а за семьей начал вести наблюдение. Лед пчел возрастал с каждой минутой. По всему чувствовалось, что семья приняла матку и включилась в активную работу. Это было 26 июля, а 4 августа молодая матка уже откладывала яйца. Вот такой способ борьбы с отрутневшей семьей. Давайте еще небольшую статейку посмотрим. Пчелы на космосе. Не в космосе, а на космосе. Есть такие цветы. Космос. Вот. И некоторые, кто занимается цветами, знают. Сейчас просмотрим, что они дают, эти цветы, какой процесс тут. 12 сентября 1960 года я обратил внимание на хорошую работу пчел на космее или космосе. Он так и называется. Космос Бериналус Кев. Или девица в зелени в кавычках. Это однолетнее декоративное растение, цветущее с июля до морозов. 25 сентября космея цвела у нас еще обильно. Обратите внимание, 25 сентября, это все, кто занимается цветами, знают эти цветы, могут посеять, вот, и, как говорится, будут иметь поздний взяток или поддерживающий взяток для ваших семей. Далее читаем. 25 сентября космея цвела у нас еще обильно. Страшную невиданную у нас засуху 1960 года выгорела трава на лугах. Космея, росшая на солнечном припеке, принесла без всякого для себя вреда. И в наступившую дождливую осень продолжала хорошо расти. Обратите, засуха была. А осень была с дождичками. Заинтересовавшись этим, я установил в 61 году регулярное наблюдение за работой пчел на космее. Первый цветок ее появился 21 июня. Массовое зацветание началось в июле. Пчелы посещали это растение охотно в любую летную погоду. В сухую, и влажную, и в жаркую, и прохладную. В течение всего дня до захода солнца. Причем заметно лучше, чем такие известные медоносы, как цикорий, ослиник, кульбаба осенняя, пастернак, льнянка. По посещаемости пчелами космея ближе к пустырнику и резиде. Пчелы собирали с нее только нектар. Лучше всего посещались розовые цветки, а затем белые. Красноцветная форма мало посещалась в засуху. На нее пчелы лучше летят осенью, когда красные цветки заметнее белых и розовых. Отмечена работа пчелы на одном соцветии около 1 минуты. То есть пчелы затрачивали около минуты, чтобы собрать нектар. Я не знаю медопродуктивности космеи, но для осеннего наращивания пчел она оказалась превосходной. Этот медонос второй половины июля, августа и всего сентября. В начале сентября на нем цветет более 1 000 000 соцветий на гектар, то есть почти столько же, сколько в июле. Космея нетребовательна к почвам, отлично размножается самосевом, не боится сорняков и заслуживает испытания на припасечных участках. Семена ее можно купить в цветочных магазинах. Итак, уважаемые, хороший, так сказать, медонос. Мне он нравится, удобно, семена можно достать, я думаю. И, как говорится, приятно и вам, и пчелам, и всем насекомым. Удачи вам, до встречи, до следующего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки.